Хай, металхеды! Желает успехов тебе, Макс Свехал. Мой ник на метал-форуме Фростер Ворхол. Вот, получил посылочку от ника Сэм80. Тут должен быть Kingdom Come, In Your Face, Nightwish, Century Child и Therion, Sirius B. Вот, посылочка от новой почты. Конечно, какая-то стрёмная посылка. Вот, скотч тут как-то отклеился что-то. А, кстати, музыка играет, это моя. Проект Воркал. Воркал. Та самая песня называется Dying Bird. Вышла на... Вот в этом месяце вышла на московском лейбле Cool Minis. Кстати, маленьким тиражом пока 10 штук. Только. Вот. Так, сейчас будем скрывать посылочку. Мое шоу каждую среду и воскресенье на моем канале. Шоу. Скрытие посылок. Или отправка посылок, то другое шоу. А вскрытие посылок, да, вот. Ну, открывается. Я профессионал в открытии посылок. Вот, сейчас скрываем. Открываем, знаете, сейчас 5 часов утра, начало 6-го, не терпелось уже открыть, вчера получил, уже не терпелось, это самое, а не запаковано хорошо, вроде бы, сейчас проверим, вот еще такое, типа, только, ну вот оно все тут есть, вот. Ну, конечно, запаковано, блин, мог бы что-то прокладки положить, чтобы оно не потрескалось, ничего не побилось. Как бы все-таки... Ну, это да, издание хорошее, Universal Music российское. Коробки, вот, коробка вроде целая. Тут как понятно, как и сказал, ну, полиграфия, конечно, чуть вон помятая, но видите, чуть-чуть, об этом ничего не сказал, к сожалению. Вот. Диск целёхонький, без царапин. Вот, коробка вроде целенькая. Ну вот. На это же рассмотрели. Лёхоньки, так. Теперь Kingdom Come посмотрим. Вот, считай, не терпелось уже это самое. Скрыть посылку, посмотреть, что там, что я так показала, что-то болтается там все. Вот, это тоже отлично. Давно этот альбомчик. Когда-то на балке мог купить, но вот что-то мне не понравилось это издание. Вот тут тоже полиграфия помятая, блин, какая-то. Что это такое? Помятая. И вот помятая. Об этом ничего не сказано в посте. Ну, кто ж так делает, блин, а? Вот. In Your Face. Вот.
Этот диск тоже идеальный. С ним все в порядке. Название песен не помню. Ну да, все совпадает. Хороший альбомчик, классно, мне нравится. Вообще такая музычка нравится, может такую музычку играть, а? Переходить на такую. Барабанщика выучусь и буду, может, такую музычку играть, а? Только где такую группу найти, чтоб такое исполняло. Свою создавать. Так, о, и теперь вот Therion Sirius B. B. Айвендовский диск. 11 треков. Издание, ну, айвендовское, понятно ж, должно быть, в всяком случае. Тут вроде диск целехонький, темный какой-то, блин. Ну, видно, что айвенд, да. Блин, тоже делают так, вот айвенд написано. Все эти самые там штрих-коды. Буклет тут, конечно, идеальный. Ну, тут чуть-чуть вот. Они немного потертый. Вот. Тут потертость какая-то. Вот тут что-то. Ну. По телефону хлопец, конечно, рассказывал много чего так хорошо, так позитивно все, но на самом деле не все так хорошо, как оказалось. Вот. Вот буклет, какой буклет. Ну, в принципе, диски новые, да, буклеты, конечно, подгулявшие. Скажем так. Хотя заверил, что все идеально, все классно, все супер-пупер. Поэтому рекомендую вам металлюги уточнять у человека. У СМ-80 уже уточнять, что он там продает. Сейчас мы проверим на свет, что это такое. Айвент, все, это такой темный диск, блин, вообще. Айвент, да, это не, я думал, может это Мун там какой-нибудь. Диск, кстати, пыльный, не то слово. Ну, тут нормально вроде все. А вот тут вот, пыльный, нахер. Пыльный, и прям у тебя-то вообще, блин. Непонятно, что они у него там хранятся в этих... Хранятся не в коробках, не понимаю. Как так можно вообще? Вот. О, теперь похоже на что-то на диск. Идите сразу по этому на всякий случай. Ну вот все. Три диска. По деньгам поторговался. Вместо этот 70, 60, 60, получилось мне все это за
180. Все, всем пока-пока. Покупайте на Фростере. Продавайте на Фростере. Рекомендую. Все, пока-пока.